камеры, они находятся у нас на телебашне. То есть старая Пахтакуровская телебашня. Сабаска Пахтакуровская. Да, то же самое вращение, но это металлоконструкция, это без этого невозможно обойтись, потому что они все-таки на них крепятся. Ну, допустим, вот стадион Пахтакур, да, я могу посмотреть, как забивают пенальти. То есть, насколько я зумно веду сейчас. Ну вот, пожалуйста, ворота.